Подожди, чё, Да. дай, я, слышь, дай пельмешки ещё наложу, слышь, я ебал, жаль, захотел чая буду, Давай. слышь. На Сейчас изи, пельмешки. короче, да? Как, а нужно Давай. правильно или пофиг? Первый вопрос. Какое время перезарядки УПП-19 Бизон? 2,6 секунды, 2,1 секунды, 3,1 секунды, 2,4 секунды. Давай на изи. 24, На изи. бля. Я же каждый раз считаю, 24, когда снег. опа. Бля, ты на изи ответил, короче. Второй вопрос, давай. Я же считаю. Какое оружие было добавлено первым после выхода первоначальной версии CSGO? Негев, UMP, АВП, М4А1С. Давай. На изи. АВП, ЯП, сука, М4А1, бомж. Погнали, третий вопрос. Сколько патронов в резерве пистолета ТАК-9? 100, 110, 120, 140. Ты прям вообще, да, то есть? Нет, не считаешь. 120, блядь, сука. Ай, Warface. Кто победитель европейской квалификации Коэффициентр Москоу? Я Давай. топ геймер, я. Натус, Винсер Тим Дигнитас, Нави. Фнатик, Гудсент. Клуб Первое, кто Нави. это сказал? Нави Нави? там, по-любому, да. Ладно. Тим Дигнитас, ёп твою. У какой винтовки точность выстрела в прыжке составляет 100%? SSG 08, G3S G1, SCAR 20, AWP. В смысле, там на 100% можно попасть в прыжки? Чё, серьезно? Точно не ВП. Лол. Точно не ВП, я тебе говорю. Так, его посливаем. Дальше, давай. Помощь залу, блин. Помощь залу. Кто еще есть? SSG, ну, то бишь, муха. G3S, G1, SCAR 20. Это эти. Автоматические. Бери муху, короче, Мухо. по-моему. И ты на изи отвечаешь на этот вопрос. Вопрос 6. Вопрос 6. Какое максимальное количество секунд ослепления от флеш-гранаты? Нихуя, 8, двести, 5, 6, 7. семь. Давай! 7, блядь, 7, сука, и 5, блядь. А, в каком городе происходят действия карты Декэш? Одесса, Белгород, Припять, Киев. Вот сейчас просто Улица подумай, Кра... Улица там Краса... стоит серп и молот, У... и Улица молот. Краснознамик, квартира 173. Приезжай. В каком городе происходит действие карты Декэш? Давай, Припять, Киев, Белгород, Одесса, бля. Твою Киев, мать. это Какой Одесса. Киев? Киев? Одесса. Одесса. Твою мать, это Припять, блядь. Это Припять. Восьмой Улица вопрос. Крас... Как переводится арабская надпись на карте ДДС-2 на базе террористов? Не входить, запретная зона. Здесь был Фримен, здесь был Гейб. Гейб, я тебе говорю, Гейб, Точно? пишет. Да, Да я тебе ё мать, здесь был Фримен. не, Всё. Да. неправильный ответ, там Гейб Неправильно. был. Это девятый вопрос. Какой игрок не примет участие в эпицентр Москва? All of Master, Neo, Simple, Huge. Я. Нет такого ответа. Simple. Simple? Почему Simple? Он же в Нави играет, Да а не потому в что я Англии. одного его знаю, кроме всех этих, блядь. Сука. Логика железная, блядь. Вот и дос. Какую сумму по... А, десятый вопрос. Сейчас собрались Да. с О, мыслями. все, я даже Просто это, с я даже мыслями. за тебя пельмешка даже съел, давай. Итак. На барабане сектор приз. Сектор приз на барабане. Какую Нехуй. сумму получит команда-победитель турнира Эпицентр Москва по CSGO? 100 тысяч долларов, 300 тысяч долларов, 250 тысяч долларов, 500 тысяч долларов. 300. Собери с мыслями. Триста. 300. Триста. Три. Три. 350. 300? Да. Мы принимаем ваш ответ. Та-дам! Чё? 250 тысяч долларов. Бо по Твой ранг жопили. сильвер, блядь. Ты просто ни разу не играл в КС, блядь. Два верных, мать его, ответа. Ты сильвер. Просто ГГ. ВП изи. Потому Ой. что они не знают, а я топ-геймер, я Они не все знаю. знают вообще, да. Короче, Вот Никит, ты сильвер. Я поделюсь этим результатом даже ВКонтакте. пусть Не, ВКонтакте не приезжают, буду. улица Карсознамен, квартира 170, улица 105. Приезжай. Понял? Адрес он сказал. Приезжайте, блин.